Яркие, позитивные, креативные, а главное – талантливые. Именно такими словами можно описать начинающих живописцев, мастеров кисти, которые стремятся развиваться и дарить миру свое творчество. Среди них художница Виктория Вальчук. Ее вернисаж с символичным названием «Остановить мгновение» открылся в арт-пространстве Брестской городской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Это первая персональная выставка девушки, которая наготовилась очень тщательно и приложила массу усилий для воплощения задуманного. Каждый день происходят какие-то события, что-то появляется, исчезает. Это такие вот маленькие мгновения, которые мы периодически пропускаем, не запоминаем. А мне захотелось их передать в картине, чтобы каждый зритель мог посмотреть, вспомнить что-то свое, вспомнить какие-то прошлые, может, моменты, еще что-то. Поэтому такое название. Стиль, ну, скорее, ближе к реализму. Создаю, знаете, это вдохновение скорее. Вот ты увидел какую-то вещь, там, не знаю, или с натуры, или с фотографии, тебя это впечатлило вот до глубины души, и захотелось передать. Начинала я с акварели, ну, это прям... Я очень люблю акварель, но параллельно был еще акрил, а сейчас перешла на масло, и после масла, конечно, ну вот, все остальное как отрезало. Ну вот же не хочется возвращаться. На вернисаже представлены 26 работ, которые поражают своей красотой и глубиной. Автор пишет на различные темы, однако больше всего художницу привлекают пейзажи. В каждой картине она оставляет частичку своей души. Техника, которая используется при создании полотен, это преимущественно акварель, однако со временем к ней присоединились акрил и масло. А это еще раз подчеркивает то, что художник постоянно развивается в своем творчестве. В детстве она любила рисовать, как все дети, карандаши, ручки, но это было как-то так, между прочим, и ну, особо не интересовало ее. А после того, как она родила ребенка, ей стала эта тема интересна, близка. Сначала немножко фотография, а потом все-таки кисточку в руки. А теперь вот все случилось очень неожиданно, все случилось как-то очень быстро. Даже некоторые работы, ну, не получилось, они не приехали с другой выставки. Полотна Виктории Вальчук никого не оставят равнодушным. Они вдохновляют, дают жизненную силу и энергию, способны привить человеку любовь к прекрасному. А для того, чтобы в полной мере насладиться творчеством талантливой художницы, каждый желающий может посетить выставку. Она продлится до 30 ноября. Она постоянно в поисках. Творчество само по себе всегда подразумевает какие-то пробы, ошибки. И когда человек не боится экспериментировать, он в конечном счете уходит от творчества. Поэтому очень замечательно, что у нас в Бресте живут такие замечательные люди, которые не боятся рисковать и посвятили свою жизнь искусству. Она относительно недавно в нашей творческой команде, и за этот короткий срок она уже заслужила уважение наше. Она очень такая девочка добросердечная, сердечная, отзывчивая и работоспособная. Вот буквально за короткий срок она написала и показала много интересных разных произведений. Я в восторге от его поисков художественных. Я несколько раз приходил к ней домой посоветовать, что-то подправить. Там перед московской выставкой, там она уже пару работ выставляла. Но удивляет ее вот стремление познать что-то новое. Вот. И она это быстро на холст переносит. Фантастические, космические вещи. Вот. Просто мешает палитру, переносит и лепит формы, лепит вот это свое чувство. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.